представляет. Всем привет, привет, ребятусочки! А меня зовут Устин, и вы на канале Устин ТВ. А у нас сегодня с Устином очередные две игрушки. Это трансформер-робот, который очень похож на кого, Устин? На Мегатрона. На Мегатрона, только очень маленький. Поэтому мы с Устином решили его назвать «Малыш Мегатрон». А вторая игрушечка у нас, это тоже какой-то трансформер. Голова у него похожа на Оптимуса Прайма. Да, Устин. И мы с Устином сейчас это раскроем все и вам покажем. Ну что, погнали? Погнали! Ну что, кого будем первого открывать, Устин? Я думаю, этого. Этого? Оптимуса Прайма, да? Брата Оптимуса Прайма. Ну давай, открывай. Хорошо. Где открывается? Вот тут, наверное. Ну ты долго будешь копошиться, Устин? Оптимус Прайм? Это ты? Привет! Да-да, это я, ребята, привет! Долго вы будете копошиться и открывать моего брата? Мне некогда уже. Мне нужно собираться и лететь на планету Кибертрон. Сражаться с десептиконами. Ну-ка, давай быстрее, Устин, открывай! Хорошо, Оптимус, открываю. Давай, вот такой вот пакет у нас, покажи, Устин. С такими вот детальками. Я думаю, мы быстро соберем брата Оптимуса Прайма, да. И быстрее отправим его на планету сражаться с десептиконами. Там, по-моему, еще есть. Инструкция, может, да? Ага, тут у нас есть инструкция по сборке нашего брата Оптимуса Прайма. Поэтому давай, Устин, открывай пакет и будем собирать так. Его. Высыпай, Устин. Вот столько вот деталей, мы сейчас их будем собирать. Да. А Оптимус Прайм нам поможет, да? Ну, конечно, я вам помогу, парни. Ну, мы с Устином почти все собрали. Осталось пару штришков у нас. Нацепить ноги нашему брату Оптимуса Прайма. Одна нога есть. Вторая нога тоже есть. Одна рука у нас с одной пушкой. И вторая рука такими двумя пистолетами какими-то. Ну все. Брат Оптимуса Прайма у нас готов. Привет, парни. Спасибо, что собрали меня.
Я вам очень благодарен. Пожалуйста, только я не знаю, как тебя зовут. Называй меня Устин, маленький Оптимус Прайм. Маленький Оптимус Прайм? Можно его так называть, Оптимус? Конечно, можно. Называйте. Ну что, маленький Оптимус Прайм, отойди в сторонку, мы сейчас будем собирать маленького Мегатрончика. Кого? Маленького Мегатрона? Это что, сын того Мегатрона, с кем мы будем воевать? Ну да, Устин, скажи, а что здесь такого? Он же ж хороший. Не знаю, не знаю. Но раз вы решили, то собирайте. Что вы там не знаете? Конечно, собирайте. А то малыша Оптимуса Прайма собрали. А моего малыша не хотите? Привет, Мегатрон! Привет, Мегатрон! Привет, ребята! Можете не бояться. У нас с автоботами мир. И мы не имеем права воевать на Земле. Поэтому можете спокойно собирать моего сына Мегатрончика. Ну, я думаю, ты правду говоришь. Как ты думаешь, Устин, не обманывает нас он? Ну, не знаю, наверное, нет. Поэтому давай соберем тогда малыша Мегатрона. Давай, Устин, открывай его. Хорошо. Дай покажу. Вот такой вот малыш Мегатрон. Как по мне, так одно лицо, Устин. Ну, почти. Папа и сынок. Спасибо, парни, что освободили меня. Я не сделаю вам ничего плохого. Устин, трансформируй, пожалуйста, меня в машину. Хорошо, сейчас только тебя покажу со всех сторон нашим зрителям. Малыш Мегатрон. И потом Устин тебя трансформирует. Такой вот малыш Мегатрончик. Держи, Устин, трансформируй его в машину. Хорошо. Вот такая вот машина у нас. По-моему, в фильме про трансформеров большой этот Мегатрон трансформировался в такую машину, да? Похоже. Да, это он трансформировался темная сторона Луны. А, темная сторона Луны часть называется. Ну, вот такой вот Мегатрончик. Очень просто тут он трансформируется. Вот так вот. На этом наше видео подошло к концу. А кому понравилось, ставьте лайк и не забудьте подписаться на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Всем пока-пока. Всем пока-пока. И вам пока, ребята. И вам пока, тоже ребята. Да, а также не забудьте подписаться на канал Устин ТВ. А также не забудьте поставить лайк. Всем пока-пока!